Итак, дорогие друзья, уважаемые зрители и подписчики наших каналов, в общем-то, мы заселились в квартиру. Я вам сейчас ее покажу. Это наша первая комната. И здесь мы можем наблюдать диванчик, кроватку и телевизор. А теперь, ребят, подождите, а теперь... Мы пройдем на кухню. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Обосралась! Короче, ребята, у нас есть охренительный балкончик, главное тут не улететь. Вот с таким вот видом. Вот. Но это не самое главное, я еще не был сам в одной комнате, поэтому мне хочется да, посмотреть, что там такое находится. Так, подождите, что там стоит. О, господи, здесь есть ванная! Я буду здесь лежать. Угу. Раковина, это что такое? Опа, опачки, опачки. А, это тут Эдисон, да, будет спать? Прикольненько, прикольненько. Ну-ка, что тут еще есть? Я видел какую-то еще одну комнату. О боже, это же туалет! Не прошло 5 минут, как я за рулем. Блин, домохозяйка моя. Итак, друзья, еще раз всем привет! Как вы, наверное, уже поняли, вы попали на просмотр нашего очередного влога с Москвы. На этот раз мы поехали вместе с Эдисоном на концерт группы Little Big и YouTube мероприятие Pop-Up Space. Да, вот такое вот странное название. Первый же день пребывания в Москве вечером мы отправились на концерт, но там нас ждало нечто ужасное. Там была просто огромная очередь. Нам очень холодно. Слишком людей, это просто жесть. Сейчас мы стоим в самый жесткий. Это тебе холодно, да? Но сквозь снег, дождь, пот и кровь мы все же добрались на концерт и наслаждались песнями группы Little Big и The Hatters. Концерт в целом нам очень-очень понравился. Немного смутило качество звука, но это было не так существенно, потому что мы и так получали просто огромный кайф. На мероприятие YouTube Pop-Up Space. У нас тут мой брат, у нас Эдуард Перин. Вот, как доберемся, обязательно начнем записи и скажем вам, как там. Вот там, потому что мы даже не знаем, что это мероприятие. Итак, ребятки, мы почти на месте. И вот сюда, по идее, сюда. Давайте я буду так вот снимать. Куда, сюда? Да, YouTube. Мы видим YouTube. Ребят, вы видите YouTube? Ставьте лайк, если видите YouTube. Где? Вот там, что-то я вижу с YouTube. YouTube. Так, короче, мы идем. В фундаке. Ага. Что-то очень странное. Тут что-то очень непонятное, очень странное. Так, ребята, мы внутри. Мы пришли на YouTube. YouTube Pop-Up Space. Сорян. Ой. Так. Опа. Пойдем. Короче, ребят, тут такие дела, что мы пропустили самые главные дни мероприятия, где были действительно прикольные вещи, такие крупные видеоблогеры были. А сейчас нет никого, кроме нашей мини-карате, вот, и тут вообще нечего делать, поэтому мы, наверное, тут посидим. Похаваем, если у нас получится, и пойдем. Пойдем хавать в нормальном месте. Короче, мы тут путешествуем по этому зданию, и тут ничего нету. Тут как-то очень пусто. Да, действительно, то есть, блин, опять снимаем друг друга, ничего. Да, опять снимаем. Ну, почему как обычно? Мы просто пришли последний день. Пойдем еще посмотрим, что тут есть. Что тут нету? О, смотри, грязное зеркало. О, давай. Мы в грязном зеркале. Ну, типа блатные? Яги. Типа, о, нет. Эдисон сидит на большом пальце лайка. А может, ты на палец сядешь вот этот? Нет, слишком большой, не войдет.
Ребята, мы решили уйти с мероприятия и пойти покушать вместе с Викой Карате, потому что на мероприятии вообще очень скучно. А где еда там? Вика Карате. Да. Но я, знаете, что хочу сказать? Я хочу выразить огромную благодарность моей партнерской программе под названием «Баз Мои Видео». Они мне всегда оплачивают поездки на все мероприятия, помогают мне очень. Поэтому, ребята, я всем советую. Кто начинающий ютубер, подключайтесь. Это как бы, можно сказать, вообще не реклама, я реально им очень благодарен. Так что вот руку на сердце, я говорю, что «Баз Мои Видео» очень крутые. Спасибо большое. Вот, а мы пошли покупать Кириллу подарок на день рождения, потому что... Так, я на дороге иду разговариваю. 22 числа, 22 марта у него был день рождения, сегодня 25. И мы до сих пор ему ничего не подарили, кроме билета на Little Big. Ребята, у меня, кстати, не получилось заснять, как мы ходили в магазин. Там мы уже все закупили и готовы дарить Кириллу. Вы только посмотрите, ребята, вот. Это, короче, мы купили ему картину психоделичную. Ничего, мы купили ему футболку психоделичную. Мы, кстати, с магазином... Да, мы, кстати, с магазином метро. Я думаю, прям приватно мы ему подарим подарок, поэтому... Посмотрите на его реакцию. Так, ребята, мы уже едем, мы, короче, встретимся с Кириллом. Он стоит возле нашего дома, мы пока что еще не взяли с собой подарки. Но мы все обязательно заснимем. Ребята, мы встретили Кирилла. Кирилл, мы тебя хотим поздравить с днем рождения. Вот. Это тебе, это еще не все, подожди. Подожди, это еще не все. Мы как бы знаем, что ты у нас немножко псих. Вот. Поэтому вот тебе еще раз. Хорошо. Итак, друзья, мы пришли на Арбат, и мы решили похавать, садиться нам шаурмы местные. Вот смотрите, здесь, короче, такая вот шаурма. Вот. Нам даже помахали ручкой. В общем, попробуем шаверму на вкус. Сделаем свой шаверму-патруль. Да, оценим по пятибалльной лет. Короче, ребята, хаваем мы шаверму. Вы видите, она у меня вся развалилась. Структура говно. Эдисон, как тебе? Да, ну у меня пока нормально, но все же, да, поддерживаю уже. Да, да, ну такая себе шаверма, ну не советую на Арбате брать, не советую. Короче, ребятки, отведали мы шавермы. Ну, как вы знаете, мы приехали в Москву для того, чтобы поесть. Вот. Как обычно, да. Как обычно, вот. И сейчас мы идем в Black Star Burgers. Я, честно говоря, вообще не любитель Black Star и всего рэпа, но... Всех хвалят, да, всех хвалят именно бургеры, что они очень вкусные, поэтому мы сами решили попробовать. Надеюсь, там не будет очереди часовой. Больше, чем на Little Big, поэтому. Да. Ребята, вы не поверите, мы когда были здесь в прошлый раз, когда приезжали в прошлый раз, тут, короче, была очередь, ну вот она где-то до туда еще длилась. А тут, смотрите, вот уже Black Star бургеры, вот они. Я не знаю, как сейчас вам покажу. Black Star бургеры, смотри, Эдисон. Ребята, мы стоим в очереди всего, наверное, минуток, как наверное, 5. Я уже заколебался. Бедисон, как? Пока не очень. Теперь стоим в очереди, чтобы их набрать. Это капец. Просто Black Star очередь, надо вот так называть. Очень клево. Короче, что мы, Жека, будем делать? Короче, я начальник поставлю на... Мало того, что мы стримим, так мы еще сейчас будем хавать много всего. То есть, смотри, я еще раз покажу, что мы купили. Эх, ты смотри, какое, потом... Вот какое. Вот Жекин чай, который он не пьет, который уже остыл. В общем, поели мы с Эдисоном этих бургеров. Да, они вкусные, но я не понимаю, почему все их так хвалят, то есть эти бургеры. Скажу вам честно, это никакая не реклама. Мы с Эдисоном постоянно ходим в такое заведение под названием Фарш. Это заведение очень похоже на Black Star бургеры, но появилось оно гораздо раньше. И там намного вкуснее бургеры, там качественнее мясо, оно такое прожаренное, сочное, А вот все-таки Black Star бургеры это больше такой, я считаю, фастфуд, то есть это какой-то больше похоже на какой-то Бургер Кинг. Как дела? Ребята, короче. В общем, настал день отъезда. Вот. Не надо. К сожалению, это так. И мы на самом деле последние 2 дня просто пинали волтрены. Мы нифига почти не делали, и это, кстати, очень фигово, но так получилось. Вот. В следующий раз будем знать, ехать или нет. Да. Для чего ехать? Да. Что хотел еще сказать? Как это сказать, еще я забыл. А, Эдисону сегодня нужно будет набивать татушку. На его вот этой руке. Вот тут. Вот. И поэтому он меня покинет и даже не проводит. Поэтому я, наверное, поеду к своему брату.
с ним потусуюсь, а потом поеду домой в самолет. Дорогие друзья, я уже проводил Эдис, надеюсь, он ушел прямо посреди фильма и даже его не досмотрел. Он пошел себе бить татушки, а теперь я со своим братом уже стою на... Я выгляжу как твой младший брат. Теперь... Не, все равно ты... В общем, ребята, сейчас я уже со своим братом на вокзале и поеду в аэропорт. Так что поездка подошла к концу. Заходите на канал Эдисона, на его второй канал, там тоже будет влог, будет два разных влога, поэтому посмотрите оба, ссылочка будет обязательно. Вот. На мой канал не заходите, у меня его нет. Ну, пока, ребята, пока, спасибо, что смотрели.